Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим очень легко, просто и очень быстро. Готовим очень легкий праздничный салатик, который улетает со стола первым. Реально очень вкусным. Рекомендую, друзья. Начинаем готовить. Поехали! В первую очередь нарезаем капусту. Капусте понадобится 1/4 часть. Полный список ингредиентов и граммовки будут под видео. Капусточку тонко шинкуем. Нашинковали капусту, теперь берем уксус яблочный и чуть-чуть буквально сбрызгиваем уксусом. Чуть-чуть, пару капель нужно. Не сильно прижимаем, чтобы хруст остался у капусты. Можно это делать в миске, но я решил это делать все на доске. Взял подходящее блюдо с бортами. И первый слой — это у нас капуста. Использую майонез. Много не ставлю. Ставим по чуть-чуть. Отрезал уголочек. И буквально чуть-чуть добавляю майонеза. Вторым слоем у меня идет ветчина. Я иногда использую куриную грудку, любую. Это может быть копченая грудка или просто отварная. Колбасу буду нарезать соломкой. Второй слой у нас идет ветчина. Следующий ингредиент — это у нас лук перьями. Нарезаем мелко. Выкладываю третий слой. Зеленый лучок. Следующий ингредиент — это кукуруза. Ингредиент и слой. И снова майонез. Сетку из майонеза делаем. Я использую кисло-сладкое яблочко, очень ароматное. Яблоко также нужно нарезать соломкой. Укладываю четвертый слой, разравниваю. Отварил 4 куриных яйца, отделил белок от желтка и нарезаем также. После белка опять майонез. Делаем сеточку. И последний слой у нас — это желтки через терочку. Завершающий момент. Просто сверху присыпаем. И таким образом он становится очень нарядным. Ну вот и все. Салат готов. Очень легкий, простой. А конечный результат, конечно, супер. Друзья, если вам понравился рецепт, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь и, конечно же, делитесь с друзьями. Всем пока-пока.